о выходе из украинского гражданства. Это не значит, что я перестал любить свою страну. Это не значит, что я перестал быть ее патриотом. Кстати, слово «патриот» на сегодняшний день уже по-разному произносят с разными интонациями и вкладывают в него разный смысл. Это значит только одно. Я хочу, чтобы те, кто работали со мной, наконец-то жили спокойно, чтобы на них перестали давить. Если СБУ нужно то, что им нужно, то есть некий предмет для обмена, возможно, что они его получили. Мне жаль, что репрессивная система заставила меня пойти на такой шаг, но тем не менее ни о чем я не жалею о том, что я сделал. Доводы сторони захисту були судом не враховані. Це є не остаточним рішенням. Це не означає, що фактично Кирило визнаний винним у скоєнні даного злочину. Це є лише тільки питання щодо обрання, щодо нього запобіжного заходу.